Сотрудники Западно-Алтайского государственного заповедника провели координационный совет по подготовке и проведению природоохранной экологической акции «Защитим и сохраним елочку». Задачи, решаемые в ходе акции, это создание альтернативных вариантов новогоднего дерева из подручных средств, не нанося вред окружающей среде. Цель данной акции – формирование экологической культуры, экологического сознания у детей и взрослых, ответственного отношения к окружающей нас природе. Главным итогом всей многолетней работы в сохранении лесных богатств стало уменьшение вырубки елей для новогодних праздников. Месячник идет этот, сохраним, войны-молодники. Ну там мы уже по радио, сейчас по телевидению будем это. Там очень большие страшные санкции за срубленные одну штуку, это 15 МГП. Более двух десятков лет акция проводится ежегодно. Она стала уже традиционной и любимой среди населения не только Ридерского региона, но и всей Восточно-Казахстанской области. Лейла Слямбекова, Душан Мухаммедкари, Максат Магометов, Алтай Ахпарат.